Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия и Мишка. Всем привет. Ребята, перед тем, как перейдем к вашим трюкам, мы нашли небольшой нюанс. Знаете, ведь вот такой подкат вперед и назад. А знаете, вот такой подкат, чтобы полетели как торпеда, а? Знаете, как это делать? Короче, зажимайте, грубо говоря, наклон вперед и назад одновременно после бега. И вы будете как торпеда летать, видали? Юль, ты сможешь продемонстрировать этот торпедный удар? Сейчас. У Юли из-за галстука почему-то не так получается летать. Шук! Да я попробую подбить тебя. У Юли тоже более-менее получается. Ну, блин. Офигенно. Я хотела сама. Получится? О, уехал, молодца. Давай на меня. Ну, что-то слабовато. Короче, ребят, теперь вот такой трюк. Не знаю, знали вы о таком или нет. Короче, спасибо за гениальную идею, что теперь можно тесты проводить. Вот в этой тестовой карте, можно сказать, это Towers, в общем. Ладно, ребят, первый ваш трюк – это баскетбол. Стой! Твое кольцо где будет? А, вот это. Правое. Все, в общем, начинаем матч. Давай, взял. Веди мяч, забить надо. Любыми способами нельзя давать. Блин, ну, слушай, забить. Тяжело. Я тебе говорю, ну прикольно, согласись. Давай до трех. Тихо, тихо. Аут, наверное, уже тут. Все. Никаких аутов, тут прям нет так разминки. Наши бы эти не уехали, кольца, все, понес вместе с тобой. Все, давай, веду мяч. Короче, баскетбол без правил. Да. И... Блин! Не попал, как так вышел. Да блин, ты не даешь мячик взять. А ты даешь, такая интересная. Ух ты, жопа какая. Мячик сейчас того гляди укатит. Все, ладно, давай, я пойду защищать кольцо. Слушай, мне кажется, мы потеряли, нужно вернуться. Все, погоди. Все, давай. Да! Выводим новый мячик. Все. Раз, стой, оставь на месте, оставь. Ладно, пофигу, давай. Да блин, ну спасибо! Это нечестный баскетбол, здесь только таким способом можно выиграть. Эй! Почти попал. Оп. Еееес! 1-1, точнее, как у нас тут, 2-2, да, получается, ближний. Ну, короче, 1-1, здесь у нас издалека вряд ли получится. Так, выводим еще один мяч. Все, погнали. Никакого счета. Тихо, куда? Нет! Ой, какое счастье, как повезло. Блин, все, молодец, Юля. Я прям чуть-чуть не успел. Так, тут легко сосчитать. Давай, вставай в середину, где-то там. Все, сейчас закину. Счет 1-2. Блин. Об кольцо ударился. Ну иди ты отсюда, жулик. Мы еще, кстати, ни разу друг друга не вырубали, допустим. Стой, попробую в этот раз торпеду использовать. Блин. Торпеда, ты что? Не подведи. Блин. Торпеда не подвела. Нет. Офигеть. Да блин. Пошла в воду. Да, отвали от моего кольца. Ой, я уже внутри сам. О, все, уже в футбол превратился какой-то. Кстати, может быть, как-то футбол устроить. Ну ладно. Все, отпусти. Все, поехали. Турбина. Быстренько за мячом. Опа. Так, ведем. Оп. Обмоточка, разводочка. Ах ты, жучка. Ай, быстрее. Вырубили. Нет! Отвали! Я был так близко! Как так ты пересиливаешь-то? Я не понимаю. Какой ты сильный, а, мужик? Попался против меня. Пошла отсюда. Все, идем быстрее. Быстрее, беги. Так, размуточка, пошла, давай, Радим. Нет! Черт, кольца сзади. Так, стой. Быстренько. Ё-моё, типа 2-2? Да, что, решающий, давай поправим кольца. Побороться. Все, погнали, режим офигенный. Это ж... Я шасси. Ты! Бомж. Ну давай еще. Ладно, дай мне отыграться, уж больно прикольно. Ладно, давай, может, двумя мячами не хочешь? Ладно, все.
Вот сейчас, если ты забиваешь, то на этом точно закончим. Юля! Все, ну да, тут уже против Юли не попрешь, это просто чемпион мира. Никто с Юлей не сравнится в плане баскетбола. Ну что, офигенное задание, офигенная реализация, я считаю. Погнали дальше. Йоу! Ребят, если вы хотите турнир по баскетболу посвятить целую серию целому чемпионату, то давайте пишите в комментариях, мы устроим это. Ребята, теперь мы попробуем интересный трюк. На самом деле, если очень сильно замедлить время, оно, естественно, остановится. И можно во время остановки спокойно спавнить предметы, смотрите, можно даже рисовать. Что-нибудь написать можно? Я могу, наверное, написать... Ой, не, оно как-то плохо получается. М. Блин, не получается. Тут вот так. Мю. Кстати, мю. В общем, хотим закидать сейчас кучу предметов одновременно в этот костер и посмотрим, как он выкатится оттуда все это. Просто очень интересно, и с этим замедлением просто вообще выкатится тупо. Да-да-да, просто интересно, вообще страшно даже представить, что может произойти, если вот такое. Мне стоит. Кажется, достаточно. О, просто все разлетелось в разные стороны. Тут и сейчас и не поймешь, могу сказать, выкатится что-то. Не то, что нужно было нам. Ладно, ребят, шариками не получилось, мы не ожидали, что они будут разлетаться в разные стороны. Попробуем с коробками, кучей коробок закидать. Ой, я, наверное, так плохо стою. Нормально, смотри, видишь, где они могут спавниться? Фига, даже уже в костре. Интересно, что будет, если мы сейчас ускорим. Ладно, попробуем дальше. А меня-то чем сшибло? Сшибло у тебя? Жесть. Сейчас посмотрим. Мясо. Ну не, смотри, его просто куча, это будет бесконечный конвейер. Нет, коробки здесь, наверное, не покатят. Нужно что-то еще. Вот сейчас, если все залетит, я даже не знаю, что сейчас будет. Я, пожалуй, опа, дойду. Пошло. Опа, пошло. Рождаются. Смотри, бешеный. Надо еще больше контейнеров, чтобы просто. Можно даже без замедления. Можно без. Ну хотя замедление больше так стоит, смотрите. А смотри, как раз эти шарики летят. Сейчас они прям будут салют просто какой. Давайте. Побольше. Залетайте. Давайте. Давайте, устроим. Просто ад какой-то сейчас будет. Давайте. Приправы еще. Все, да, готовим. Ё-моё. Ты, Юль, жива, все в порядке. Да, смотри, что с картой. Все, карте не жить просто. Смотри, сколько, смотри. С Юлей что-то происходит. Просто невероятно. Все, сейчас картика. Я держусь за коробку. Еще больше. Ё-моё. Мне кажется, эта карта не рассчитана. На такое безумие. Ой-ой-ой. Мясо. Смотри, они уже своей жизнью, эти контейнеры живут, по-моему. Шевелятся, да? Смотри, они все забили там. Абсолютно все. А теперь надо пролезть. Кого пролезть? Ё-моё, тебя убило? Расшибло меня просто. Мясо случилось. Смотри, они бесконечно теперь там появляются. Пойдем. Ты живой. Это апокалипсис. А там... Попробуем. О, ё-моё. Слушай, я хочу вот на... О, я как раз сюда хотела. Ладно, в общем, побесились и хватит. Ребята, мы переместились в версию 4.1. В общем, хотим выяснить, что же наверху гондол находится. Нужно забраться, Юль. Я аж кепку потерял. Поняла? Ты сможешь это сделать? Ой, я даже не знаю. На самом деле это непросто. Но я один раз попытался там залезть и увидел, что там есть крыши, как волны. Походу, нам кобзда, Юль. Ладно, теперь я попробую один, Юль. Болезнь меня полностью. Мне хочется узнать, что там наверху. Вау! Так, видим? Видите, что там похоже на волны? Блин, как бы передохнуть. Да. Тихо. Нет! О, ладно, ты еще жив. Ладно, мы хотя бы узнали, что там, но я так просто не отойду. Давай на них, я в тебя верю. Блин, такое чувство, как будто, слушай, а я хочу спросить, там нет такого небольшого козырька? Нет. Так, сейчас попробую интересной тактикой. Было бы как в Human Fall Flat. Блин, я просто сползаю. Я узнал, как можно, короче, еще один способ. Может, они потом там реально волны. Скорее всего.
Блин, ну давай что ли? Вот видишь, он пошел бороться об него. Нормально. Ну давай, залазь. Все, так, окей. Даже так. Ребят, короче, я уже иду на экстренные меры. Я попытаюсь раскачаться, я не знаю, надеюсь, хватит стамины. И уже с сильной раскачки запрыгнуть. Я не знаю, получится это, нет, но, не знаю, верьте в меня. Я буду стараться, жопой задевать. Может быть, круговыми движениями тогда. Я надеюсь, он не обвалится. Но, в принципе, я все больше и больше раскачиваюсь. Да, внезапно. Если вы меня верили, то зря. Я тут, конечно, попытался что-то сделать, но не то получилось. Короче, ребят, как мы ни старались, у нас это не выходит. Мы близки. Близки, вообще, но вы все видели, видно, можно посмотреть, что там. Но мы передаем эстафету вам. Если кто-то из вас сможет залезть и записать, то вашу запись мы засунем в следующий ролик, чтобы показать, что там внутри. Так что у кого стальные яйца, давайте, ребят. А на этом мы закончим. Всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока.